Привет, YouTube. Хочу поделиться идеей по возведению забора с отходов. Значит, взяли забор 15 метров длина. Сейчас покажу его черновой вариант. Взяли обычные отходы, получается, с досок. Вот так он выглядит, не обработанный. Вот просто обычные доски. Конечно же, вот здесь вот вот это все обшкурилось и прибивается. Далее оставляем его сохнуть пару недель. После этого обрабатываем. Вот так как оно получается. Кстати, чем доски кривее, тем оно красивее потом выглядит под пропиткой и антисептиком. Вот такие вот сучки убираем. Оно для декоративного, конечно, вида будет лучше. И далее обрабатывается все с двух сторон. Обрабатывается шлиф кругами, шкурками, что у вас есть под рукой. Конечно, болгаркой. Я это делаю болгарочкой, зернистость 25. А далее еще пройдусь какой-то соточкой, скорее всего. И вот так он уже выглядит в обшкуренном состоянии. Вот посмотрите, вот эти специально все сучки, все я не убирал. Чем кривее, тем красивее. Поперечные вот эти вот уже обработаны, на чем забор стоит. Вот так это выглядит после обработки, грубо говоря, после шлифования. Вот оно. И сейчас поставлю на паузу, покажу вам, как забор выглядит уже в готовом состоянии, так как здесь нехватка времени. Пришлось сделать его за два захода. Вот сегодня я занимаюсь второй частью, а первая часть уже готова, так что сейчас я вам ее покажу. Поставлю на паузу на минуточку. Вот видите, вот забор обработанный, уже обшлифованный, грубо говоря. Вот так это выглядит. В конце забора, вот он еще не шлифованный совершенно. И сейчас перейдем, посмотрим на ту часть, где уже выглядит готовым. Итак, продолжаем наш ролик о заборе. Тут уже, правда, извините, птички посидели. Вот так это выглядит в готовом состоянии. То есть очень оригинально. Сейчас я выйду на улицу, чтобы вам лучше это видеть. Вот посмотрите, как он выглядит. Как бы я считаю, что для дачи самое главное. Вот посмотрите. Красиво. Ничего не обрезалось. Вот как была доска, например, вот эта, да. Вот посмотрите, как это все. Вот просто обработано, открыто. Сейчас чем скрывал, сейчас покажу вам. Еще сделаю ракурс такой вот. Дальше. Вот как это выглядит. Я считаю. И вот после обработки болгаркой, да, шлиф кругами, вот чем я пользовался. На первый слой я разбавлял этот антисептик просто white spirit пополам с вот таким вот средством, какой-то лазурь, ну как здесь пишет на банке, средство для защиты древесины, лазурь. Состав: алкидная смола, пигменты, антисептик, специальные добавки. Назначение: для глубокой пропитки и для глубокой пропитки, защиты и декоративной отделки деревянных изделий конструкции внутри и снаружи помещения. Так что я говорю, 15 метров забора обошлось, ну, максимум $90. Ну, не считая работы, конечно. Вот так вот. Вам приятного летнего отдыха. Ставьте лайки. До свидания.